Добрый день! Сегодня мы с вами продолжаем наше участие в акции «Читаем детям о войне». И для вас будет прочитан рассказ Анатолия Митяева из сборника «Землянка». Рассказ под названием «Мешок овсянки». В ту осень шли долгие холодные дожди. Земля пропиталась водой, дороги раскисли. На проселках, увязнув по самой оси в грязи, стояли военные грузовики. С подвозом продовольствия стало очень плохо. Солдатская кухня повар каждый день варил только суп и сухарей. В горячую воду сыпал сухарные крошки и заправлял солью. В такие-то голодные дни солдат Лукашук нашел мешок овсянки. Он не искал ничего, просто привалился плечом к стенке траншеи. Глыба сырого песка обвалилась, и все увидели в ямке край зеленого вещевого мешка. «Ну и находка!» – обрадовались солдаты. «Будет пир горой, кашу сварим!» Один побежал с ведром за водой, другие стали искать дрова, а третьи уже приготовили ложки. Но когда удалось раздуть огонь, и он уже бился в дно ведра, в траншею спрыгнул незнакомый солдат. Был он худой и рыжий, брови над голубыми глазами тоже рыжие, шинель выношенная, короткая, на ногах обмотки и растоптанные башмаки. «Эй, братва!» – крикнул он сиплым простужным голосом. «Давай мешок сюда! Не клали? Не берите!» Он всех просто огорошил своим появлением, и мешок ему отдали сразу. Да и как было не отдать? По фронтовому закону надо было отдать. Вещевые мешки прятали в траншеях солдаты, когда шли в атаку, чтобы легче было. Конечно, оставались мешки без хозяина, или нельзя было вернуться за ними. Это если атака удавалась, и надо было гнать фашистов. Или погибал солдат. Но раз хозяин пришел, разговор короткий – отдать. Солдаты молча наблюдали, как рыжий уносил на плече драгоценный мешок. Только Лукашук не выдержал, съязвил. «Вон он такой тощий! Это ему дополнительный паек дали. Пусть лопает. Если не разорвется, может, потолстеет?» Наступили холода. Выпал снег. Земля смерзлась, стала твердой. Подвоз наладился. Повар варил в кухне на колесах щи с мясом, гороховый суп с ветчиной. О рыжем солдате и его овсянке все забыли. Готовилось большое наступление. По скрытым лесным дорогам, по оврагам шли длинные вереницы пехотных батальонов. Тягачи по ночам тащили передовые пушки, двигались танки. Готовился к наступлению солдат Лукашук с товарищами. Было еще темно, когда пушки открыли стрельбу. Посветлело, в небе загудели самолеты. Они бросали бомбы на фашистские блиндажи, стреляли из пулеметов по вражеским траншеям. Самолеты улетели, тогда загромыхали танки. За ними бросились в атаку пехотинцы. Лукашук с товарищами тоже бежал и стрелял из автомата. Он кинул гранату в немецкую траншею. Хотел кинуть еще, но не успел. Пуля попала ему в грудь, и он упал. Лукашук лежал в снегу и не чувствовал, что снег холодный. Прошло какое-то время, и он перестал слышать грохот боя. Затем свет перестал видеть. Ему казалось, что наступила темная, тихая ночь. Когда Лукашук пришел в сознание, он увидел санитара. Санитар перевязал рану, положил Лукашука в лодочку, такие фанерные саночки. Саночки заскользили, заколыхались по снегу. От этого тихого колыхания у Лукашука стала кружиться голова. А он не хотел, чтобы голова кружилась. Он хотел вспомнить, где видел этого санитара, рыжего и худого, в выношенной шинели. «Держись, браток, не робей, жить будешь!» – слышал он слова санитара. Чудилось Лукашуку, что он давно знает этот голос, но где, когда слышал его раньше, вспомнить тоже не мог. В сознание Лукашук снова пришел, когда его перекладывали из лодочки на носилки, чтобы отнести в большую палату под соснами. Тут, в лесу, военный доктор вытаскивал у раненых пули и осколки. Лежа на носилках, Лукашук увидел саночки и лодку, на которых его везли до госпиталя. К саночкам ременными постромками были привязаны три собаки. Они лежали в снегу, на шерсти намерзли сосульки. Морды обросли инеем, глаза у собак были полузакрыты. К собакам подошел санитар. В руках у него была каска, полная овсяной болтушки. От нее валил пар. Санитар воткнул миску. Снег остудить, собакам вредно горячее. Санитар был худой, рыжий. И тут Лукашук вспомнил, где видел его. Это же он тогда спрыгнул в траншею и забрал у них мешок овсянки. Лукашук одними губами улыбнулся санитару и, кашляя и задыхаясь, проговорил. «А ты, рыжий, так и не потолстел. Один слопал мешок овсянки, а все худой».
Санитар тоже улыбнулся и, ткнув рукой ближнюю собаку, ответил. «Овсянку-то они съели, зато довезли тебя в срок. А я тебя сразу узнал. Как увидал в снегу, так и узнал». И добавил убежденно. «Жить будешь, не робей».